Милая Оля, вот уже не первый день я сочиняю тебе письмо, которое никогда не напишу. Почему не напишу? У тебя, наверное, тоже не безоблачная жизнь. И нечего быть в ней третьим, четвертым, пятым, десятым лишним. Один мой товарищ, который рано умер и знал, что умрет, говорил: жизнь – это сужение. Вначале это очень широкая воронка, которая захватывает все, что ни попадя. Потом она становится все уже, и остается только самое нужное. Потом самое важное. А потом единственное. Вот к этому единственному я и пришел. Я не пугаюсь. Помирать не собираюсь. Наоборот. Я, может, только и начинаю жить на другом витке жизни, где все измерения крупнее, и где постигаешь смысл в вещах, которым раньше смысла не придавал. Вот хотя бы эта тихая и упоительная радость разговаривать с тобой в мыслях. Ты спрашивала, с привидениями ли дом? Отвечаю, да. Только не с привидениями, а с привидением одним. Дом оказался не волшебным замком и требует приложения рук. Прилагаю, как умею. Ну, а насколько я умею, ты приблизительно представляешь. Ничего. Учусь. Местные аборигены наблюдают за моими действиями настороженно. То ли считают, что я сам русский мафиози, то ли работаю на русскую мафию, скупающую здесь дома.